моему внуку недавно исполнился годик, и мы с ним попробовали, ну, вместе с бабушкой, конечно, запускать бумажные самолетики. Я не знаю, будет он летчиком или не будет, но вот это занятие ему явно понравилось. Мы тоже это дело снимали на такое небольшое видео, где я выкладывал в Фейсбуке и ВКонтакте. Позови меня за собой, поделись своей судьбой, чистый небосвод голубой, прочеркнем инверсии мелом, будто в первый раз я опять понял, что живу, чтоб летать, в небо самолет поднимать, для меня любимое дело. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой, бывает, брюзжим, трудно, мол, спланировать жизнь, ломанный дурацкий режим и ночей бессонных усталость, но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все, о чем когда-то мечталось. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять, над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет и оставить в небе свой след, незамысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Спасибо.